бассейн, который находится на второй линии гостиницы Club Belpinar в Бельдиби. Еще есть бассейн на первой линии, он побольше. Здесь мы видим вот такие вот три горки. Так, и смотрите, сейчас вам покажу пляжное покрытие гостиницы Club Belpinar, которая находится в Бельдиби. Идеально чистая прозрачная водичка. И вот такие вот, значит, дорожки прямо, которые ведут в море туда, в глубине, чтобы туристам, которые отдыхают в гостинице Club Belpinar, было комфортно заходить в море. Ну и самое главное, что есть здесь зелень, есть сосна, под которой будет гораздо комфортнее находиться в теньке. Потрясающие виды, ребят, просто классно, супер. Привет, друзья, нахожусь в гостинице Belpinar. Гостиница находится в поселке Бельдиби, это регион Кемер. В общем, покажу в этом видео все детали данной гостиницы и всю необходимую информацию, которую вам нужно знать для того, чтобы правильно ориентироваться в данной гостинице. Итак, пока мы идем по территории, я вам показываю территорию отеля, расскажу вам все самые главные нюансы, моменты по отелю, чтобы у вас была полная картинка, что это за отель и в чем его суть. Значит, расположен отель в поселке Бельдиби, это 40 километров от аэропорта Анталия и 15 километров от города Кемер. В принципе, сам трансфер не продолжительный, как правило, он составляет обычно до часа, от 35 минут до часа, в зависимости от того, сколько там бывает отелей перед вашим отелем. И до Кемера проблем добраться нету, то есть можно ехать на такси, но обычно все ездят на маршрутках. В среднем, по-моему, это стоило около 2 лир с человека в одну сторону. Рассчитываться в маршрутке можно хоть долларами, хоть евро, но выгоднее рассчитаться в маршрутке именно турецкими лирами. Что касается самой инфраструктуры за территорией отеля. Так как это поселок Бельдиби, он один из самых таких неактивных поселков, и, соответственно, инфраструктуры в нем, кроме каких-то магазинов, в принципе-то и нету. Но если вам все-таки нужно купить какие-то сувениры, возможно, вы хотите купить какую-то одежду, не обязательно ее покупать, потому что в целом тут все цены туристические, рассчитаны на туристов, поэтому вы должны понимать, что, естественно, в других городах Турции это все будет стоить дешевле. В общем, если вы все-таки соберетесь идти за покупками, то вам нужно пройтись в сторону Кемера примерно 230 метров. И там будет первая улица, которая расположена перпендикулярно улице, на которой расположен отель. И если вы пройдетесь еще дальше в сторону Кемера, по той же улице, на которой расположен отель, там будут еще другие магазины. Конечно, купить можно все что угодно, хоть кожаную обувь, хоть кожаные куртки и любую другую одежду. Но, ребят, еще раз акцентирую ваше внимание: если вам нужен более-менее нормальный шопинг, то это нужно ехать в Анталию. Так что если мелочевку там в виде магнитов, кофе, гранатового соуса покупать, конечно, можно. Но если уже серьезно, то тогда нужно уже все-таки ехать. В принципе, то, что я вижу, смотрите, значит, естественно, здесь проводится анимация. Здесь мы видим вот такие вот три горки в гостинице Club Belpinar 4 звезды. И, естественно, здесь бассейн, тут мелко, можно деткам поплавать. Дальше здесь вот совсем мелкий бассейн для деток. Тут уже бассейн для взрослых. И давайте разберем сильные и слабые стороны отеля. Начнем с преимуществ, потом расскажу уже недостатки. Значит, по преимуществам. Близко от аэропорта, шикарный вид на горы, красивые пейзажи, изумрудно-синее море. В номерах чисто, питание хорошее и разнообразное, все свежее и вкусное. Тематические вечеринки и по субботам турецкие ночи, нормальная анимация для детей и нормальный местный алкоголь, кроме вина. Ну, вино — это уже такое дело. Не понимаю я местное турецкое вино. Дальше рассказываю вам слабые стороны отеля. Значит, небольшие номера. Площадь номера 21 метр квадратный, при этом заселиться можно 3+1, то есть 4 человека в один номер. Следующее — это шумоизоляция. Не самое лучшее.
Ну и в принципе во всех других большинстве, то есть отелей, такая ситуация шумоизоляции, и от этого никуда не денешься. Вход в море, большие камни, потому что это Бельгиби, и в принципе все побережье в Бельгиби именно усеяно такими большими камнями. Но есть три пандуса, так что проблем практически ни у кого не возникает. Следующее, иногда не успевают с уборкой при полной загрузке отеля. Но отель очень часто загружен практически на все 100%, поэтому такая ситуация может быть частенько. Следующее, интернет только у бассейна и в лобби, лично для меня это серьезный недостаток. И средние позиции, это касательно уборки, плюс-минус нормально, можно найти к чему придраться, но это для тех, кому скучно живется в этой жизни. И касательно персонала, в принципе дружелюбный, но к концу сезона, как правило, все подустают, как и в других отелях. Так, и смотрите, сейчас вам покажу пляжное покрытие гостиницы Club El Pinar, которая находится в Бельгиби, на пляже. Что же у вас тут мы имеем? Значит, в принципе, смотрите, значит, где основная часть шезлонгов, зонтиков. Здесь вот такая вот галька, мелкая, в перемешку с более чуть-чуть крупнее. Ну, вот такая она. Дальше. Есть деревянные дорожки, чтобы можно было с коляской подъехать. Шезлонгом, зонтиком. И тут у нас уже чуть-чуть крупнее галька. Вот такая вот галька. Ну а заход уже тут совсем крупная галька. Вот такая вот. Начинается чуть-чуть мельче, дальше крупнее, крупнее булыжники вот такие идут. Идеально чистая прозрачная водичка. И вот такие вот, значит, дорожки прямо, которые ведут в море, туда в глубине, чтобы туристам, которые отдыхают в гостинице Club El Pinar, было комфортно заходить в море. Так что, в принципе, никаких сложностей здесь на пляже я не вижу. Ну, а вы, конечно же, пишите в комментариях свое мнение по гостинице Club El Pinar, по пляжу гостиницы Club El Pinar. Расскажите всем нам, будет полезно, интересно знать ваше мнение, чтобы каждый мог принять во внимание все нюансы. И давайте разберем ценовую политику отеля. Да, я не буду называть какую-то конкретную сумму, либо какую-то конкретную цифру, потому что стоимость непостоянная и все время меняется. Она зависит от сезона, от месяца, к примеру, в июле стоимость ниже, в августе, как правило, стоимость выше, в сентябре опять она идет на спад стоимость. И да, я имею в виду стоимость пакетного тура, а не отдельную стоимость на проживание в отеле. Потому что Турцию крайне редко, когда бронируют отдельное проживание в отеле. Почти всегда все оформляют пакетный тур, куда включен перелет, трансфер, проживание и страховка. Так вот, касательно ценовой политики, отель не дешевый и очень часто имеет стоимость больше даже, чем некоторые пятерки в регионе Кемера, да и не только Кемера. И все это потому, что отель лучше этих пятерок, лучше по качеству предоставляемых услуг, по качеству питанию, анимации и других показателей. Потому что именно в этом отеле вы платите не за табличку со звездами, а именно за сервис, который предоставляет этот отель и который соответствует нормальной турецкой четверке. В общем, если для вас на отдыхе важны не понты, а оптимальный сервис, то welcome в El Pinar. Так, друзья, смотрите, по состоянию на 14 мая 2019 года гостиница Club El Pinar 4 звезды находится при полном заполнении. То есть нету свободных номеров, поэтому сам номер показать я вам, скорее всего, не смогу в этом видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто отдыхал, как вам это качество номеров гостиницы Club El Pinar. В целом свое мнение по гостинице, что хочу сказать. Эта гостиница категории 4 звезды. То, что я увидел, она соответствует этой категории. Потом, значит, и самая такая вот изюминка этой гостиницы, вот первая линия, я бы ее назвал самой такой вот живой частью гостиницы. Она очень активная, веселая. В принципе, все туристы, которых я видел на позитиве, это мне тоже очень понравилось. То есть
сама гостиница получается разделена. Вторая линия — это зона релакс, там где вы можете спокойно отдыхать, там тоже есть бассейн. И на первой линии, если вы любите активный отдых, веселье, анимацию, горки, все это есть на первой линии. Поэтому, друзья, пишите в комментариях под данным видео ваше мнение по данной гостинице. Мы обязательно это почитаем. Ну и другие почитают, кто захотят выбрать данную гостиницу в качестве своего отдыха.